Привет, друзья! Сегодня готовим маринованный перец на зиму. Для этого нам понадобится перец. Берем вес в чищенном виде. У меня чищенного перца получилось 3,5 килограмма. На каждый килограмм перца я беру одну головку чеснока. Также нам понадобится вода, уксус, соль, сахар, растительное масло и семена горчицы. Подробный рецепт будет написан под видео. Перец моем, чистим и нарезаем произвольно. Также нарезаем произвольно чеснок. В кастрюлю наливаем воду, добавляем соль, сахар, растительное масло и семена горчицы. Добавляем чеснок, перемешиваем и отправляем на плиту под крышкой до полного закипания. Как только закипело, добавляем уксус, перекладываем перец и даем ему немножечко осесть под крышкой в пределах 5 минут. Как только перец осел, его можно перемешивать. Перемешиваем и под крышкой минут 10 провариваем. У меня перец мясистый, плотный, поэтому мне было достаточно 10 минут. Главное не переварить. Прошло 10 минут, перец готов. Можно раскладывать по баночкам. Раскладываем перец в баночке, слегка придавим, уплотним, заливаем маринадом. И закрываем крышками. Закатываем, отправляем до полного остывания под шубу. Перец получается очень вкусный. Попробуйте приготовить и вы. Буду рада, если вам понравится. Спасибо, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал. Здоровья вам и вашим близким!